Hello, children. Hello. How are you? I am fine, thank you. Sit down, my dear. Эти малыши на английском говорят без акцента. На занятиях помимо педагога иностранного языка присутствует логопед. Екатерина Соколова следит за произношением, ведь многим ребятам требуется индивидуальный подход. Уникальность в том, что детки уже с возраста 5 лет понимают и разговаривают на английском языке. Они даже между собой уже используют отдельные слова и на русском языке, и на английском. И при этом понимают друг друга. Well done, give me five, my dear. Okay. Вот так в детском саду «Артград» реализует городской приоритетный проект «Билингвальная среда». В этом образовательном учреждении любознательность у ребенка развивают через искусство. Екатерина Соколова также проводит занятия для детей, которым требуется творческая терапия. Я стала логопедом, так как я очень люблю детей. У меня были младшие братья и сестры. Я решила связать свою жизнь с педагогикой. Также сейчас я все-таки уже получила второе образование, где я уже являюсь нейропсихологом и нейрореабилитологом. Лучших педагогов детских садов встречают на торжественном вечере. Он посвящен предстоящему празднику – Дню работников дошкольного образования. В нашей стране его отмечают уже 15 лет подряд. Личный кабинет дошкольника, финансовая грамотность, техническое творчество, лига дошкольных спортивных клубов – это те направления, которые отличают пермское дошкольное образование. Екатерина Соколова получает благодарность за успешную реализацию проекта «Билингвальная среда». Накануне профессионального праздника работников детских садов поздравляет глава города Дмитрий Самойлов. Только вот в этом году мы уже два детских сада, один в Мотовилихе, другой в самом центре города, в Красных казармах, открыли. И в этом году еще один детский сад получим новый от нашего застройщика Кортроса в квартале 164. Два уже начали строить. И, конечно, сегодня в рамках национального проекта «Демография» с колоссальной помощью федерального бюджета, краевого бюджета мы будем продолжать строить детские сады. Качество образования тоже меняется. Последние несколько лет в детских садах Перми уделяют особое внимание сразу нескольким направлениям. Помимо робототехники и внедрения цифровых технологий, успешное речевое развитие ребят теперь тоже в приоритете. Анастасия Петухова, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта-24».